Теперь уже сложно представить, что по этой аллее в микрорайоне энергетиков раньше было страшно ходить. Фонари не горели, а под ногами были сплошные ямы и колдобины. Ситуация начала меняться к лучшему 2 года назад. Сначала провели освещение, потом уже в этом году положили новый асфальт и установили бордюры. Ребятишки на роликах, на великах катаются здесь, на детском. Ну, в общем, здесь вот на этих лавочках сидят мамочки с колясками и коляски катают. Ну, в общем, это оживленно. Сейчас наша площадка, ну, в общем, аллея стала. Если вечером посмотреть, днем, вот все сидят и гуляют. Долгожданного благоустройства в этом году дождался и один из дворов по улице Академической. Раньше жители называли его «Лысый двор». Сейчас здесь впервые за 50 лет полностью заменили асфальтовое покрытие и оборудовали небольшую парковку. А также сделали ограждение, установили лавочки и разбили клумбы. Двор стал светлее, чище, как-то люди сами даже вот во дворе чище двор, стараются не мусорить, поддерживают чистоту, высадили сами в клумбы, еще больше как бы свой двор сделали уютно. А еще здесь поставили игровую площадку, которой так не хватало местным ребятишкам. Антонина Махнева, Анна Пологрудова, Александр Дудин, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть.